Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить эфир. В последней серии мы стали свидетелями того, как вот эта вот скотина получила пулю в пузо. И пусть она помучается подольше за то, что она творила с нами на протяжении большей части игры. Постоянно закрывала двери, постоянно насылала на нас толпы врагов. А теперь пусть сидит и мучается. Вот так вот. Все под боком ходим. Ну что, мы попали в святую святых, похоже. Судя по всему, и я предчувствую, что сейчас нам придется попотеть. Так, двигаемся, осваиваемся. Что у нас здесь? Научная техника всякая. Всякая разная. Да, и ничего интересного. Ничегошеньки. Ха-ха-ха-ха. Так, там никого. Иди-ка сюда. Придурок. Ничего. Ты заперт. Чтобы открыть дверь, подай на нее питание. Хорошо. Подадим питание. Жаль, тебя убить нельзя. Ну ладно, зато ты помучаешься, да? Так. Нам, видимо, туда. Видимо, туда. Так, отбойник, рельса. Полный набор. Запакован и готов к бою. Похожу-ка я, пожалуй, с этим. Что-то я по ней соскучился. Так, тут у нас закрыто. А там внизу ничего нету. Какого-нибудь ширева. А то Пойнтмен уже начинает ломать. Пойнтмен, так зовут главного героя, если кто не в курсе. Вдруг. Хотя таких, я думаю, нет. Так, что дальше? Какие-то спуски вниз. Сначала пойдем сюда, посмотрим. Освоимся. Тут ничего нет. Видимо, придется спускаться таки вниз. Приступаем. Пока что тихо. Я думаю, это временное затишье, потому что уже на предыдущих локациях нам давали просраться. Так что, я думаю, сейчас будет не лучше. Так, и что? Куда это я хожу? Тут ничего нет, потому что я сейчас, похоже, обойду просто. Нет, судя по всему, ничего. Вон какая-то дверь. Пойдем туда. Странно, странно. У меня такое ощущение, что мы поднимаемся обратно. Да-да. Блин, я не понял. Давайте-ка спустимся еще раз. Видимо, я что-то там пропустил. Так, вот вниз. А, вниз дорога я ходил. Давайте в эту сторону сходим. Че ж нам? Опа! Фарш. Где второй? А вот и второй. Отлично. Пушка себя проявляет с лучшей стороны. Ну вот и первые враги. Причем эти враги это те самые какие-то спецназеры, которые даже из рейлгана с двух выстрелов убиваются. То есть все довольно-таки. Блин, какой я косой сегодня. Но у них, по-моему, такие же пушки, как у меня, так что мы живем. Но этих нет, а вот у этого... да. В итоге да. Показалось, что все-таки нет. Ладно. У нас какой-то непонятный сканер. Не пойму даже, что к нему надо прикладывать.
Трубы. Так, по этим трубам я наверняка не смогу подняться. Да, я с них падаю. Какая-то шахта огромной глубины. И это что еще такое? Блин, я это место вообще не помню. Я последнюю половину игры вообще просто как будто в первый раз играю. Чё делать, как бы? Заиграла какая-то торжественная музыка. Закончилось. Видимо, нам в ту сторону теперь, потому что здесь больше делать нечего. Сейчас посмотрим, что же это мы делаем. Это мы, видимо, таким образом подаем питание этими огромными кабелями. Хотел сказать кабелями, но это было бы немножко про другое. Так. Торжественная музыка. Хорошо. Больше тут, видимо, делать нечего. И там, наверное, сейчас та дверь откроется с непонятным сканером. Потому что других путей я не вижу. Наверняка. Вот наверняка вот. Да-да-да, вот она и открылась. Пойдемте разведаем, что у нас тут. Контрольная точка, хорошо. Это хорошо. И ничего тут нет. Ага, я поверху пошел. Так. Противник! Отлично. Еще один. Все, готов. Спустился с лестницы по частям. Ладно. С этой пушкой мне никто не страшен. Пока она есть, но осталось всего 18 патронов. 18 патронов. 18. Так. Наверняка там еще кто-то есть. Дробовик, но мне, я думаю, пока без надобности. Так, тут лежит аптечка. Давайте возьмем. И возьмем мину. Так, куда-то пробираемся. Очередной лэптоп. Начинаю понимать. Женщину, которую использовали в источнике, звали Альма. Ну, до тебя прям... До тебя прям как до жирафа доходит. Это уже очевидно, по-моему, всем, кроме тебя. Очевидные вещи говоришь, Кэп. Так, я что-то вижу. Хорошо. Так, как мне туда попасть теперь? Это нам пригодится. Блин, ну... Ах, ладно. Пока туда, видимо, не попасть. Ладно, оттуда я пока не могу выбраться. Зато я могу отсюда. И где это я оказался? Какая-то дверь. Ладно. В дверь это все хорошо, а как бы мне взять там... Блин, мне туда надо, по-любому. Мне нужно взять тот усилитель. Я думаю, я иду за ним. Да-да-да. Отлично. Так, аптечка. И усилитель. Отлично. Все, возвращаемся. Так, осторожненько. Ага, это та самая
Тот самый тоннель, а там у нас закрытая дверь. Вот непонятный саркофаг. Щелкает. Только не говорите, что у вас компьютер на перфокартах работает. Это будет смешно просто. Так. Добрый день. Ну это капец. Просто вынес всех. Допонтовался. Где он? Блин, ты посмотри, да? Ну кажись, все. Давайте-ка сходим назад. Там аптечка рядом лежит. Да-да-да, вот она. Пригодится. Хорошо, что аптечек дает море опять. Меня это радует. Так, ну и вроде как здесь довольно тихо. Здесь закрыто. Опасная пушка, конечно, у нас в руках. Давайте ее уберем, тем более один патрон. Потому что, когда я ей стреляю в упор, или случайно в упор попадаю, а вот еще патроны к ней, мне становится резко нехорошо. Так что будем осторожнее. Так, вы все с обычными автоматами. Ладно, ладно. И куда ты попал? Окей, все окей. Торжественная музыка. И нет. Ага, там что-то мешает, да? Ладненько. Раз мешает, уберем. Так, а тут у нас ничего нету. Нет, только бездонные пропасти. Тихо, спокойно. Вот господи, они использовали ребенка. Когда стартовал источник, армии было всего 8 лет. Неудивительно, что теперь они пытаются заместить меня. Понятно, почему они не отвечают. Небось летит, крыс как обычно бегут с корабля первыми. Так, и теперь у нас должна подвинуться, это нормально. И я думаю, все будет хорошо. Да, и торжественная музыка. Когда играет такая музыка, я себя прям Эйнштейном ощущаю. Ладно. Вроде бы все, да? Я надеюсь, больше не нужно нигде электричество подрубать. Гранатки. Аптечки. Еще аптечка, но у меня уже просто не полезет. Но запомним, если что, что... А, блин, я вернулся. Если что, запомним. Что там есть аптечка? Конечно, теперь уже далековато возвращаться. Обратно запрыгнуть я туда не смогу, придется делать круган. Так что лучше не надо. А, ну и что, возвращаемся?
Только как? Каким путем? Этим типа? Этим вроде нет. Или да? Ага, эти штуки. Одна? Одна была? А нет, вот еще. Ну и все, кажись. Совсем не страшно. То здесь еще какие-то кнопочки вижу. Видимо, я не донажал все-таки что-то. Видимо, мы еще не закончили. Ого. Интересно. Ага, хрен я туда попаду. Так, я вижу аптечку, сходим за ней. И мне похоже вот сюда. Что-то я транжирю патроны. Когда можно сделать вот так. Хорошо. Так, что поменять на тебе? На это еще один из патронов. Это просто прекрасно. Это, я думаю, блин, ну давайте вот это поменяем. Гениально. Все гениально просто. Идем дальше. Сейчас, похоже, большой открытый зал будет. Видимо, там нам не избежать перестрелки. Или избежать. Ай, что-то слышу. О-о-о! Бежим, 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 насрать на все. Пусть хоть 100 человек выбежит, но мне нужна эта штука. Бежим за ней. Давай, давай, давай. Ширева. А, хорошо. Так, ладно. Возвращаемся на лестницу. И возобновляем мыслительный процесс. Ладно. Сюда не надо выстрелить? Видимо, нет. Тут тупик, спускаемся по лестнице. Я надеюсь, мне туда прыгать не надо будет. Как-нибудь там уворачиваться от молний. Так, погодите. А, ну да, сюда мы не пройдем. Что дальше? Телефон. Два новых сообщения. Первое сообщение. Женевьева арестит. Харлан, это Женевьева. Я прекрасно понимаю твои чувства. Правда. Но сейчас не время для эмоций. Если они узнают про источник, нас ждут большие проблемы. Надо заметать следы. Согласен. Следующее сообщение. Женевьева арестит. Харлан, это снова я. Если тебе нужны мои извинения, я извиняюсь. Ты был прав, я нет. Я не хочу тебя обидеть, но ситуация критическая. Я отправила туда Мейпса. Пусть он закончит дело, раз уж ты не хочешь. Хотя бы не мешай ему, ладно? Вообще, да, извинилась называется. Поздно пить боржоми.
Ладно. Что-то я сделал. Вообще пора завязывать, нажимать незнакомые кнопки, потому что возьму и систему самоуничтожения включу, вот это будет, конечно, хохма. Солдаты клоны потом... Опа! Друг другу будут рассказывать, как анекдот. А! Блин, а? Блин, блинский. Так, подлечимся, возьмем аптечку. Ну все, похоже, осталось вернуться. Альма еще здесь. Она должна быть. Найди ее, прежде чем до нее доберется Армахем. А? Блин, а? Опять эти хрени. Но нет. Вторая тоже кончилась. Где третья? Да блин! Тебя хрен попадешь без замедления. Зато с замедлением в самый раз. Так, ну что? Мне, видимо, остается идти сюда. Давайте сохранимся. И на этом прекратим эту серию. Что же там в нем, узнаем в следующем. Ну, что-то у меня такое ощущение, что я еще не все сделал. Ну ладно, узнаем в следующей серии. Всего хорошего, пока-пока-пока.